Я такой смотрю, у меня на почте какие-то 3 сообщения. А тут я нажимаю на 3-е. И просто охреневаю, 32 сферы судьбы. Эгэгэ, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, я зашел сегодня в игру, как обычно, хотел, короче, снять новый марафончик, и тут я кое-что обнаружил. Нет, не вот эти подарки, смотри, забираем вот эти подарки. Кстати, что такое, почему я не могу забрать подарки? Угу, хорошо, хорошо, спасибо, не надо, да, до свидания. А, вот, один забрал, и за 300 еще тоже рубинчики. Ну, давай, заберем, я не знаю пока, для чего мне эти нужны билеты, но окей, пусть будет. Так, предметы, что здесь? Здесь у нас, здесь мы можем забрать вот это, наверное, да? Уникальный стандарт, бустер пак. Что это? Ладно, угу. Так, тут забрали, и тут тоже давай заберем. Отлично, серебряный марафон, событие, получена награда. Отлично. Короче, ладно, не для этого я вас собрал. Смотри, короче, значит, захожу такой в игру. Урок дракона вышел, да, все знают уже, что вышел новый марафон. И я такой смотрю, у меня на почте какие-то 3 сообщения. О, смотри, награда от поддержки. Захожу сюда, такой, награда от поддержки. Поздравляем, вам начислены награды службы поддержки. Вы можете забрать их в этом сообщении. Думаю, спасибо. Окей, энергия бездны. Хорошо, и тут бах, 5000 рубинов. Приятненько, думаю, ну ничего себе. Вот это вообще красота, как бы бездна. Ну, у меня бездны вообще уже очень много, кстати. Я ее накопил уже хрен знает сколько, потому что я толком не играю в бездну. Вот, ну 5000 рубинов, это же имба как бы. А тут я нажимаю на 3-е и просто охреневаю, 32 сферы судьбы. Это что? Я просто в шоке, 32 сферы. Прикинь. Это что значит, я его смогу сейчас на 6-й левел прокачать? Это же просто охренеть. 36. Смотри, сейчас у меня уже есть. Так, улучшаем. Да, смотри, жесть, 4-й левел мы улучшили. Тут, короче, теперь наложение осколка судьбы также накладывается на противника. Невезение. Еще, короче, какие-то осколки накладываются, как я понял. Еще улучшаем разочек. И мне не будет хватать теперь аберита, прикинь. 5-й левел. 5-й лучше. Че не хватает? Ассенция аберита какой-то вонючий. Не хватает всего лишь чуть-чуть. Но в принципе у меня, смотри, есть жетон импориума. Пойдем сюда и попробуем, может быть, здесь открыть. Может, здесь потратить. Здесь все и сразу. А здесь можем на сферу тьмы, сферу эпох, сферу вождя. Давай здесь потратим. 23 сферы есть, окей, давай потратим. Может, сейчас немножко выпадет мне эссенции. Так, да, теневой колос выпало 2 сферы. Так, ну тут я не вижу, правда, эссенции этого, 800 того. Ладно, давай открываем 2 бустер-пака. Оба-на. Так, смотри, сфера вождя выпала и сфера спектра выпала. Но эссенции нету, окей. Давай еще попробуем. В смысле, легендарные ключи, хорошо, да. Давай, пожалуйста, эссенцию дайте мне. 3 теневых колоса. Да ты посмотри, нету эссенции. Вообще не выпадает. Так, открыть бустер пак. Давай. Так. Нет, прикинь, эссенция не выпадает. Что за чушь? Сфера вождя 3 штуки. И сфера тьмы на колоса как раз таки одна. Вот здесь, ну это очень мало. Да, надо, короче, копить. 5-й левел, это уже имба. Так, рейды не надо, рейды мы потом с вами... Вот, да, в рейды, смотри, идем. Смотри, сколько у меня энергии бездных. Да, 7500 просто. Просто 7500, я могу в эту бездну играть без конца и края. Так, у меня тоже еще вот 150 билетов откуда-то. Я могу сразу вот сюда перейти, что ли? 50 нажать и сразу уйти в следующий. И переходим, ну-ка. Давай смотрим, как это работает. Да, смотрели, реально. Так, здесь у нас, значит, что? Ты тоже все-таки надо потратить, да, чтобы открыть. Давай смотреть. Почитал все ваши комментарии, все ваши советы там, как, что, что, куда, почем, что делать. Вот. Сейчас будем пробовать уничтожать врага. Ага. Ну все, у него загорелась жопа, и он умер. Ну хорошо. Хорошо, ладно, как-то быстро вообще, смотри. Быстро теперь я уничтожаю. Имба. Ну, блин, здесь, да, на этих нубах не накопишь энергию бездны. Кстати, да, перки хотел еще поменять. Ну, не накопишь ни хрена. Просто не накопишь. Так, ладно, давай сюда, подходи. Оп, шпонь. И все. Помирай. Помирай, говорю. Сдохнет, нет? Я не успею. Ну ладно, я его добью все равно. Окей. Ладно, понятно. Так, загадочный пилигрим. Ну, ладно, давай начнем опять так же и применяем. Ну, вот это него сразу 2 кристалла наложили.
Успей! Ай, нет, не успеваю. Это плохо. О, нифига себе! Нифига себе она мне! Я, ну а ты? Давай, накрой. О, есть! Пистолеты активировались. Пистолеты активировались. Ну, блин, нет, видишь, бесполезно с ней. Ну, с ними, в смысле, бесполезно. Не испытаешь эти кристаллы, не взорвешь. Это у нас с боссами драться, и тогда можно будет испытать все это. Посмотреть, как будут кристаллы взрываться. Уничтожаться. Ладно, будем тогда так. Так. Шпонь. И... А, не успел. А, нет, успел! Успел! Давай так. Давай сейчас попробуем, может, мину установить. Вот так, мину установлю. Давай, иди сюда. Ой-ой-ой. Вот так, да. И теперь вот этой. Шпонь. Вот хорошо. Ого, это что? Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, бро. Тихо, бро, что? Боже, ну как? А как я должен был от этого дракона уворачиваться? А? Ну опять напишет, что я нубяра, что ли? Ну как? Так, тут что у нас? Тут у нас билетов, да, много надо? То, да, здесь смотри. А, по 50 жетонов мы зарабатываем. А сколько боев? Боже, ну тут жесть какая-то. Как он меня добил? Вот же говнюк. Мастер лунных потоков. Так, ну вот это уже поинтереснее. Здесь, наверное, я столько хпшки уже не буду ему отнимать. Или буду? Не знаю. Хотя, да, походу я его... Да, не успеваю полоску накопить. Даже на 5-м левеле полоска все равно. За 4 теневых приема полоска не накапливается. Ну и на 6-м левеле, наверное, тоже такого не будет, скорее всего. Надо 5 теневых приемов где-то. Примерно. И тогда полоска накопится. Чпонь. Да. 4 приема и все, я убиваю. Ну окей. Или нужен кто-то, у кого будет броня прям такая нормально усилена. Или не знаю. Ну там я, конечно, пипец как нубанул, да? Как меня он добил? Вот уродец, а. Вроде бы я увернулся. Но видишь, там с каждым перерождением броня падает, то есть... Ну все, жесть. Все, я его поджег, и он умер. Поэтому бесполезно. Да, и надо мне еще все-таки зайти перки поменять, потому что там какие-то у меня перки, по-моему, на теневуху, они бесполезны. Они бесполезны, поэтому надо их сейчас что-нибудь поменять, сейчас посмотрим, что мы... Ого, как я его поймал хорошо. Чпок. И давай. Нет, вот этот не успею. Да, или вот так еще можно, чтобы, короче, этот... Не успеваешь применять теневой, чтобы он... Блин. Ну я его, походу, добил. Ладно, добью так. На, держи! Теневой применил, а если, ну, начинаешь применять, а он тебе его сбивает, то все равно полоска немножко заполняется. Просто мне хочется этим добить бластерами. Ладно, повелитель Вьюги, вот этот чел должен быть усиленный, наверное, скорее всего. Хотя, это не точно. Да, он немножко усилен, но у него жопа подгорает. Давай. Ой-ой-ой. А, он заморозит меня, что ли, или что происходит? Так, нет, пистолет... Так, кристаллы только установил, но пистолет еще не накопил. Ладно, давай вот так попробуем, ну я добью его. Блин, опять, да что ж такое, хочется кристалл взорвать. Ну нужен, да, нужен какой-то босс такой жесткий прям. Прям жесткий босс. Видишь, у него загорается это, пердак. Все, он горит и ничего сделать не могу. А, ну все, я вот опять его добью. Вот, накопил, но применить пекарь не могу. Не могу. Пофигу. Давай. Просто тогда будем его убивать. Или вот так надо, да, может. Да, пусть он меня сбивает, а я буду копить, правильно? Я же коплю. Я же коплю, правильно? Да, коплю. Вот, чпоньк, накопил. Чпоньк. Ой, заморозил у меня. Все, накопил. Есть. И теперь мы его... Так, сколько у него? 3 или 4 кристалла. Блин, ну неужели я добью его пекалем? Да, добиваю. Вонючий повелитель Вьюги. Ни одного кристалла мы с вами не можем взорвать. Даже не знаю, куда пойти, чтобы все-таки это у тебя получилось. Так, ладно. Ну зато заработали 50 жетонов. Уникальный премиум какой-то. Хорошо, это хорошо. Забираем. Все награды забираем.
Сейчас пойдем посмотрим, что там, кстати, по марафончику, что мы там проходим что-то или нет. И можно еще, у меня же есть теневой пропуск, можем теневого босса дня вот этого победить. Так, да, мы здесь теневой пропуск с вами немножко проходим, у нас есть 5 жетонов эмпориума собранных уже. Это хорошо, это мы заберем. Здесь что у нас? Марафон событий, золотой марафон событий. Здесь мы морозный шлем, морозный, короче, вот этот сет. Как он, я не знаю, как он, предмет мира уникальный, да как он называется? Династия фракций, я не знаю, как этот сет называется, но мы его собираем. Вот, но он нам нафиг не нужен. За использование валюты событий. Угу, ясно, ладно, здесь что у нас? Победа над боссом дня. Есть, да, 750 очков можем заработать за победу, доступно с теневым пропуском. Отлично, и здесь вот еще заберем какие-то там жетончики. Так, за участие в дуэлях 50 очков, за победу в боях событиях здесь нам дают 20, да, но я не прошел до конца. Ну-ка давай попробуем. Если не смогу этим сетом победить, потому что, ну, странно как-то у меня получилось, не знаю. Попробую. В принципе, как бы я добиваю, но... Давай, загорись. Блин, надо вообще посмотреть... А, вот он этот, да, чел. Угу. Так. Он сейчас тебя будет теневыми забрасывать. Ну нет, все, до свидания. Да ты че, уродец? Сдохни. Вот, хорошо. Надо было, может, какой-нибудь теневуху кидать или еще что-то делать, но я что-то не сообразил. Я не думал, честно говоря, что он меня за один удар, он меня добьет. Ну все, до свидания. Так, до свидания. Так, коробочки у меня там меняют. Блин, перки же хотел поменять и так и не поменял. Вот боже. Да, в прошлый раз чисто повезло этому челу, который меня добил уродно своими теневыми приемами тупыми. Куда ты там? Че теневуха? Боже, ты чё, блин, игра? Не тупи, пожалуйста. Это чё было? Куда она улетает? Ты куда убегаешь? Она убегает, типа, от меня? У нее такое, это, такое задание, типа? Убили, добили. Так, все, да, 20 жетонов собрали, бонусную карту. Опять мы фармим здесь билетиков событий. Окей. Ладно, давайте откроем уникальный стандарт. Короче, буду тогда вольных фракций, наверное, проходить, потому что, ну как, надо, блин, эссенсу. Прикинь, это первый боец вообще, который у меня будет прокачан на 6-й левел. У меня здесь я уже, да, начал участвовать в вольных фракций. Вот, а, ну здесь вот эссенсу, кстати, потихоньку даю. Давайте в вольных фракциях поучаствуем. Вот сейчас получим первые награды какие-то. О, мародер, здорово. О, может он будет усиленный сейчас, а? Может с ним я смогу накопить? Кстати, да, похоже на то. Угу. Отлично. Нет, не успею, блин. Накладывается огонь, и он просто добивает. Смотри, что. Ну что за... Что за хрень? Нужен босс какой-то, чуваки. Нужен босс, на котором можно все это испытать. Ну вообще, вроде как там тренировка где-то есть. Но я что-то не знаю даже где. Где-то тренировка. Где-то мне писали, что, говорит, есть тренировка. Че это ты делаешь там? Ты дурак, что ли? Дядь, ты дурак? Ух, он успел меня. А, ну все, он загорелся, видишь? Загорелся и догорел. Ну ладно. Ой-ой-ой, как тут даже попал по мне. Здорово. Я тут. Добью сейчас, да? Давай, давай. Ну, он сейчас сгорит. Он сгорит, но... Блин, пистолет накопил, но он сгорел. Так, немножко, смотри, эссенция прибавляется. Но это не то, это совсем не то. Нам надо очень много ее. Там сколько мне не хватает? 500 где-то примерно. Ну все, все с тенью, все с тенью. Даже не знаю, что, усиление. Первый теневой способ после входа теневой формы наносит на 20% больше урона. Давай, может, вот это сжигать, пусть у них сжигается там что-то так. Это у меня прокачивается так, испарение. Урон растет, зависит от количества теневой энергии у противника. Ну давай улучшим, ладно, я даже не знаю. Так, а, не хватает, все, понял. Смотри, я его еще и улучшить могу, прикинь. Это жесть просто. 3000, а у меня сколько? Ага, улучшить. Ладно, так, давай тут смотри. Так, отдача, пинок мула, эквилибриум, коллекции, кастомизация. Так, отдача, защита от оружия, плюс 5. А что за отдача, как он бьет? Вот, допустим, применить, защита от оружия, плюс 5. Так, а где здесь тренировка? Применить, коллекция, экипировка, кастомизация.
Где тренировка-то? Боже, куда надо зайти, чтобы потренироваться? Скажите, пожалуйста, а? Где тренировка есть? Ой, я думал, я уже застрял. Так, смотри, вот здесь это, да? Надеть спины, так, скины. Спецприемы, перки. Это не то все. Как зайти в тренировку, в режим тренировки? Тут ничего нету, подожди, мы же в менюшке где-то. Вот тут? Вот, тренировка, да, боже. Так, что за пинки, что за удары? А, вот такие удары, да? Ага. Ну, тупняк, да. Ну тут, да, вот тут мы можем, видишь, кристаллы все эти прокачать. Попробуем, ну не прокачать, а испытать, короче. Заполнится. Ну, это тупые удары ногами, конечно, тупняк какой-то. Так, все, да, я накопил. Так, сколько кристаллов я на нее навешал? 4. Ну давай посмотрим. Шпон, шпон, шпон. Кристалл зальется, что наложится? Ага, что-то наложилось. Ну что? Непонятно. Какие-то зубы или что? Хрен пойми. Поджигай ее. Ладно, давай, ну-ка еще разочек. Так, последний, да? Вот смотри, 4 кулухи, которые надо. Или все-таки... Ой, 4, 5. 5 или 6, я думаю. Нет, 5. Так, ладно, давай. Шпон. Так, взорвалось, вот. Наложил теперь какую-то зеленую вот эту штуку. Она, я так понял, что если ты бьешь ее в броню, в бронь бьешь, то у нее хп-шка, короче, тает прям хорошенько. Как-то так она работает. Ну ладно, как отсюда выйти, ладно, покинуть, да. Нет, этот удар не очень, мне не нравится ногами. Давай еще посмотрим, что там за удар ногами есть. Это у нас была отдача. Пинокнула, ну-ка давай вот это посмотрим. Давай вот это пинокнула, посмотрим. Он как бьет. Интересно. А. Голове случай, да? Ну, такое, ладно. И последний. Последний, давай посмотрим, который у меня есть. Это эквилибриум. Так, эквилибриум. Окей, как он выглядит, что он дает? Поехали. Глянем. А, вот он, ага. Ну, прикольно такой. Когда, короче, он встает, ну ладно, давай такую прям им наденем. Да? Вот, встает бан. Да блин, не тот удар. Что ты сделал? Да, прикольно, вот это по голове, если залетит, прям будет больно. Вот, вот так, видишь, по голове. Это же жесткий удар. Ладно, давай так оставим. Давай оставим так. Только надо прокачать этот пинок. И, в принципе, норм. В принципе, норм. Так, сюда, сюда. Улучшаем его. А где? Боже, можно так не перепрыгивать? Эквилибриум же это называется, правильно? Да. Так, так. Сколько уровня там? 20? Ну окей. В принципе, должно всего хватить. 5000. Да, блин, тренинг. Тут 2000. Все? Нет, 200 и 300. И все, улучшен. Эквилибриум улучшен на 20 уровень. Так, давай здесь смотри. Значит, 300 уровня получается в течение первых 5 секунд. Раунды снижаются на 25-20%. Так, плюс 15 урон на 4 секунды при выходе из теневой формы, катализатор. Первичная защита, ладно, давай первичную защиту тогда прокачивать. У меня вот этого феницита совсем нет ни хрена. Совсем ни хрена, нет, все, последние 35 потратил. Все, значит, здесь у нас что? Сумрачный барьер, увеличение защиты от нижней физической атак на 15% в течение 4 секунд после выхода из теневой формы. Ну, такой себе, полураспад. Полураспад. Ага, когда вы выходите из теневой формы. Ладно, ладно, пусть будет это так. Здесь у нас что? Здесь у нас, кстати, мы можем улучшить вот этот пропеллер. Давай, урон критических ударов будет расти. Давай прокачаем. В принципе, на всю можем прокачать. Отлично. Здесь улучшим на всю интерференцию. Ну, понятно, часовая бомба и резонатор вероятности. 166, 100% дополнительного урона критическим ударом. Можно точность еще взять. Но, в принципе, у меня бомба, она как бы тоже, мне кажется, имба. Критическая масса, плюс 250 урон за блоким обычным ударом. Ну, тоже такая имба. Ну ладно, оставлю, наверное, так. Так, ладно, пошли дальше. Что у нас тут? Ну, пошли, билетики пока можем тратить. Билетики можем тратить. Окей. И босса дня нам надо еще с вами победить. Окей, давай испытаем. Испытал. Вот. Отлично. А у него сразу это заполнено, да, полоска? Чпонь. Отжог. Разжег, ну и все, и сдох. Комбо 10, видишь, вот я этими ударами очень много наношу комбо. Вот и если бы какой-нибудь перк такой поставить на оружие, который там, допустим, комбо что-нибудь мутил. А, вот смотри, вот этим бах, смотри. Ну сейчас вот 5, да, это согласен, это мало. А до этого 10 было комбо.
Куда ты, чел? Так. А, не успел. Ладно, зато сейчас накоплю. Не накоплю. Хотя мне, может, накоплю. А, не, он сгорит. Блин, он сгорит. Я все равно, я его прокачаю на 100 левел. Рано или поздно я его прокачаю, чуваки. Самое главное, чтобы сферы были. А сфер, как вы понимаете, у меня теперь просто до хрена. Поэтому... Ага. Ой. Ой. На, под жопу. Коленом тебе, мастер лунных потоков. Самое главное, короче, сферы, чтобы были. Сферы есть, все. Остальное там эссенции, все это накопится. Надо участвовать просто в этих... Я в последнее время что-то забывал. В войнах фракции тупых участвовал. Ага, успел. 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 Ух, отлично залетело. Может, сейчас удастся с ним накопить. Не, не тот. Ну ладно. Фига себе, ты терминатор, просто стоишь, что ли? Молодцом, конечно. Так, я использовал, но... Давай еще раз. Ну блин, добил. Поехали дальше. Чпок. Вот смотри, сейчас комбо сколько, 10 будет, видишь? 11. 13, 13. 14. 15, 16 комбо. Ну, в смысле, что вот какой-нибудь бы перк на это все дело, да, чтобы там, если нанес, допустим, больше 5 или 6 там комбо, чтобы урон рос в геометрической прогрессии, просто увеличился. Но что-то таких перков у меня нифига нету. Ага. Заморозил, говнюк. Понял. Здорово, я уже тут. Я же. Отлично. На одну кнопку нажимаю и побеждаю. Как любят мои там истинные хейтеры. Ой, хорошо. Смотри, у меня культис попался. Отлично. У него сильно... Или что ему надо? Ему в голову надо? Да? Шок в голову, да. Ой, хорошо, культист, сейчас я на тебе испытаю как раз-таки. Как раз-таки испытаю. Вот, сколько на тебе сейчас? 4 кристалла, чпонь, чпонь. И прям в голову тебе залетит, нет? Чпонь. Не, ему пофигу. А, вот, вот у него ХП. Смотри, я рядом с ним нахожусь. И у него ХП. Видал? Само, да? Вот что эта хрень делает, которая накладывает вот эти зеленые шипы вот эти. То есть мне надо находиться то же самое, как у Анибота. Так как у Анибота... Угу, понятно. Все, понял. Все, поехал. Блин, один кристалл, правда, на нем только. Ну ладно, ничего страшного. До свидания. Вот это сейчас ничего в голову не попадет, да? Вот, все, 71 секунда, видишь, я уже убил. И сразу по башке, давай. Шпак! О, даже быстрее получилось, смотри. А вот так попал. И хорошенько причем. Да! О, сдох! Как? В голову ему залетело. Раунд стой. Голова... Ого-го себе ломка, какая у тебя головоломки. Кругляшонки. Кругляшонки-то ничего, так? Давай сюда, на. Ага, попался. Так, сейчас самое главное, чтобы люлей не получил. Ой, хорошо. Так. Какие предложения? Вот так. И вот так. Чпонь, чпонь и чпонь. Так, сейчас кристаллы будут взрываться, а мне надо быстрее успевать по башке попасть. Нет, не попал. Ух, так, глаза загорелись, это плохо. Аж, боже. Ага, все, ХП-шка восстановилась. Давай, надо добивать. Тихо. Самое главное, не сдохнуть от него. Есть. И все. Ух, добиваем. Отлично. Семерых, да, ушатали? Сколько их там? Победа. Окей.
Короче, ладно, буду, ну я не знаю, марафон такой себе, конечно, чуваки, на самом-то деле, вот честно. Я не знаю, буду я его проходить, не буду, вот, правда, пока не знаю. Буду пока сейчас участвовать в войнах фракций, чтобы накопить эту эссенцию. И, может быть, в следующем видосике пойдем лучше в рейды, посмотрим в рейдах, как будет себя вести этот сет. Вот там, мне кажется, вот должна быть имба. Там единственная проблема, что, наверное, мало очень времени будет нам не хватать. Да блин, ты не бухи, зачем ты это делаешь? О, у нас еще один босс. Что? Давай. Окей. Короче, вот такие вот дела. С вами был Максим. Спасибо, что посмотрели. А, стопэ. Мы же забыли с вами, блин, босса победить. Пойдемте. Так, запись незнакомца. Противник, с которым тебе предстоит сразиться. Ада. Вестница, заслужившая репутацию легендарного ныряльщика. Ты, наверное, знаешь, что ныряльщики исследуют теневые аномалии. Это ученые, прошедшие специальную боевую подготовку. Последняя вылазка отряда Ады закончилась неудачно. Она потеряла всех своих людей. Ада на грани. Сегодня она атакует и убьет одного из ключевых управляющих. Пожалуйста, останови ее. С удовольствием. Давайте посмотрим, что за Ада. Я знаю только одну Аду. Аду Вонг. А это... Окей. Да, Ада расставила ловушки везде. Окей. Жесть, ловушки отнимают, будь здоров. Посмотри. Да, не успеваю. Так, ну ладно, резонатор вероятности работает, и это хорошо. Ой-ой-ой-ой. Почти полная. Давай, иди сюда, Ада. Хотя, ладно, не иди. Пофиг ему тебе вообще. Блин, ну не успел опять, ну что? Такое, Ада. Беседа. Ладно. Раунд 2. Поехали. Я сразу нарываюсь на какие-то эти. Да, вот видишь, меня сразу током бьет. Угу, не успеваю. Ушла. Лови. Лови. Поставила? Успела поставить? Да. Хорошо, так, кристальчики накладываются. Это хорошо. Боже! Ну все, я ее сейчас опять добью. Видишь, огонь сейчас, да, ее... В жопу ей дожгет. Ну, блин, ладно. Не успеваешь ничего, короче, этот применить. И это бесит. Это бесит. Ладно, давай попробуем вот так начать. С вертолетных ударов. Теперь вот так. Теперь вот так. Теперь вот так. Это я не успел. Да. Ладно, Ада. Тогда умирада. Ну что ж, это был босс дня. И мы его победили. А то вы скажете, что я вдруг забыл. Но нет, я не забыл. Вот теперь точно. Пока. Так. Что такое? Запись пошла? Вода горячая пошла по трубам? Все нормально? Окей, начинаем. Эй, всем привет, ребятки. Вы на...